Так, ребята, добрый день. Мы до сих пор еще в Египте. И сегодня я хочу, наверное, поговорить с вами о еде, показать, чем здесь кормят. Конечно, мне в данное время не до еды, так как нас постиг, как это египтяне говорят, проклятие фараонов. Ну, короче, у нас понос. Живот крутится вчерашнего дня. Вчера что у нас был? Третий день. Мы как позавчера приехали с экскурсией, мы были на острове, там ныряли, и нас там кормили, и видно, что-то нам не пошло, или может подошло время желудку сказать, что нет, эта еда мне не нравится. По идее, я везде, где уже не был, такого у меня еще не было, чтобы вот так вот сильно продирало. Но меня уже предупреждали, знакомые тоже говорили: у, не езжай в Египет, здесь еда на, как говорится, на специальных людей. Ну, бывает, что раз желудок не такой уж и сильный, как я думал. Ну ладно. Ну все же, я вам покажу, чем здесь кормят. Также я вам напоминаю, что мы находимся в 4-звездочном отеле. И давайте, наверное, посмотрим, чем кормят здесь у них. Сразу скажу наперед. 5 ресторанов, они раскиданы, но 3 ресторана, они связаны большой такой террасой. Да, это терраса будет или балкон, как это по-русски, не знаю. И можно ходить с одного ресторана в другой ресторан, выбирать себе, и к этому же на террасе там делают еще какие-нибудь блюда, например, жарят барана или еще что-нибудь. Ну, увидите сами. Так что все, поехали. Так, ребята, вот настал вечер. Мы сейчас пробежимся по всем 5 ресторанам. Так, это у нас 1 из 5. Здесь тоже кухня у них индивидуальная, ну, каждый вечер что-то другое. Сегодня мы тут, видите, на 3 языках написано, так что всем будет понятно, что здесь. Шеф. О. Здесь он делает кейбред, получает. Вот. Давайте я чуть буду болтать, рассказывать. Это что, ну, что тут не стоит, что это? Ну, хлебушек. Салатик. Давайте пооткрываем. Это вот у нас рис. Ну, риса здесь много. Рис. Это овощи. Вот, они еще закрытые даже. Это что у нас? Говядина. Макароны, макароны. Смотрите, с другой стороны написано, что почем. Так. Это у нас что, картошка? Сладкий картофель. О, это классно. Надо попробовать это. Мы-то его дома кушаем, но попробовать, как в Египте будет. Так, здесь всякая приправа, да? Мексиканский соус, йогурт, кетчуп. Ну ладно. Пойдемте посмотрим, что здесь у нас еще. Вот так это вот. Ресторанчики небольшие, я скажу, но в этом есть свои плюсы. Как говорится, немного народу. Здесь что делают? Здесь пьют лепешки делают. Чем это? Шпинат, нет? А, алло. Так. Ну и сладости, конечно. Сладости такой вот уголочек здесь. Ни много, ни мало. Вот. Фрукты. В основном фрукты стоят одни и те же во всех. Это вот такой уголок для детей. Тут картофель, макароны. Ну и сосиски. Так, давайте пойдемте на террасу. Так как через террасу мы можем попасть в другой ресторан. Также вы можете, как я уже говорил, с одного ресторана в другой ходить. Если здесь эти оба ресторана, которые сверху, вам не понравились, можете чухнуть вниз. Кстати, вот такой вот вид на море. Так вот тоже приятно посидеть на террасе, покушать. Так, бежим в следующий ресторан. Народу еще мало, но в основном здесь народ, мне кажется, снизу, потому что там 3 ресторана, выбора побольше, и мы стараемся тоже в основном находиться снизу, так как снизу тоже
стоят вот такие вот чуваки, как вот этот вот, здесь только вот один он. Сейчас снизу вы увидите, что я имею в виду. Здесь он что, жареная утка. Он тут жареную утку делает. Режет. Good? О, смотрите, какая здесь у него уточка. О, very good. На эту уточку он режет вам, как что вы хотите, то он поддаст. Так, вот это вот второй ресторан сверху. Здесь у нас что? Ну тоже, смотрите. Ну, другая, не та кухня. Это что, расплавленная тыква, картофель, потом красная капуста с яблоком, рулет, ну еще такое. Ну, тут такой маленький салат-барчик. Ну, салат, смотрите, один и тот же, мне кажется, что и в том был. Не обратил внимания, тут что нам жарят. Здесь у нас рыбу жарят. Здесь, да. Алло. Привет, медальон из баса, яичко. Ну, свинечка что-то там жарят. Ну, это рыба. Здесь у нас что, помос. Ну, помос, он мне интересен. Напитки тоже здесь у нас. Так, здесь тоже такой вот уголочек, мне кажется, куда у нас что, хлеб и сладкое. Ну, не богато. Вот. Хлебушек, супик. Два сорта супа. Опять же, сладости. Сладости вроде бы другие. И, как я говорил, фрукты, ой, овощи. Не, фрукты, что я говорю, овощи. Такие же, как и в том ресторане. Так, что, давайте, наверное, мы побежим сейчас вниз. И я вам покажу рестораны снизу. Итак, я спустился вниз. Здесь у нас три ресторана. Один называется Си и Мар какой-то. Но мы потом в него зайдем. Потом у нас Альфредо и Лазиатику. Короче, вот это мне нравится. Потому что здесь шашлык. Он-то маленький. Но здесь сегодня шашлык тоже делают, я вам сейчас покажу. Да, шашлык по-ихному они делают. Что-то вроде бы. У них тут начинается вот тоже. Картошка. Китайцы работают. Картошка, говядина. Что у нас? Обжаренные помидоры и яйца. Яичная лапша. Так, ребята, что я только сверху. Надо в камеру смотреть немножко. Вот он, шашлык. Вот это он у нас еще сырой, а здесь он жарится. Это опа, о, спасибо, видите, здесь он жарится. Хуй. Вот так вот они его жарят, шашлык здесь египетский. Потом он его сюда. Это у нас курочка, шашлык с курочкой. Ну, вкусно, если он не подгорел, то вкусно. Потом здесь можно набрать. Вот, ну тут рис, тут вон смешанные овощи. Супик у нас, томатный суп и китайский суп. Ну да. Ладно, ну и опять же здесь у нас сладости. Сладостей немного, ну пойдет, сейчас на улице будут сладости. Также вы видите, что ресторанчик здесь сам небольшой. Ну и народу немного сидит, потому что они в основном всегда сидят на террасе. Мы сейчас на террасу выйдем. Там всегда все сидят. Так, давайте через террасу мы пройдем в другие рестораны, так как на террасе здесь тоже интересно. Они приготавливают всякие блюда. Вот. И получается, мы сидим здесь на первом этаже. Вот. Чего они сегодня здесь нам предлагают? Так. Индийский хлеб. Вот этот вкусный хлеб. Он мне напоминает хлеб из Турции. Там они тоже его делали. И сладкая кислая рыба. Чё? Сладкая и кислая рыба. Угу. Ну ладно. Там что у нас? А тут еще свежее. Основный фетч, не? Еще, видите, народ в основном сидит на улице. Потому что на улице приятнее. Не так душно, как в самом ресторане. И не так сильно вот эти вот запахи воспринимаешь. Кухни. О, чувака, классные ботинки.
Ну и, конечно, здесь же на террасе тоже вид на море. Все в бегах. Вот. Теперь здесь вот начинается. Вот, кстати, моя жена говорила, что что-то здесь нету арбузов. Вот они, арбузы. Оказывается, просто не каждый вечер арбузы. Здесь арбузики. Вот арбузы мы сегодня покушаем. О! Вкусные арбузы. Так, давайте мы, прежде чем по террасе пройтись, мы зайдем в следующий ресторан. Вот это ресторан. О, я даже, я вам говорю, как называется, но не запомнил. Да, здесь также горячая кухня. Что у нас готовят здесь? Что-то жарят, парят. Здесь у нас жарят фрикадельки в соусе. Вот. Вот такие они еще сырые. Вот здесь их сразу жарят. Так, ну там хлеб, он не интересен. Здесь у нас опять же салаты. Уксус. Что такое? Салатики. Салатики, салатики. Ну и опять же сладости. Ну сладости, опять же, как и во всех ресторанах, чуть-чуть. По чуть-чуть. Правильно делают, чтобы не обжираться. Так. Здесь у нас рис. Или что? Что-то они думают. А, лепешки он мутит. И что он с этими лепешками делает, интересно? Где они готовы? Сейчас посмотрим. Так. Макароны. 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 Это типа каких-то итальянского ресторана. Это что у нас? Это куриные, куриное мясо. Ну и помощь. Так, здесь напитки, ну неинтересно. Давайте опять мы выбежим на террасу. Мы сейчас, наверное, прямиком сразу бежим в последний ресторан, а потом я здесь пробегусь по террасе и вам покажу, что они сегодня предлагают. Вкусно пахнет. Мясо, о, жарит. Я не знаю, да что сегодня покушать. Так. Вот. Так выглядит последний ресторан. Ну, опять же, маленький уголок для хлеба. Здесь у нас супик. Суп с чем? Лапша. Суп с лапши. Здесь еще у нас приправы, да. Приправы. Да. Соль. Ну, и все такое. Так. Гуляш с мясом. Ну, тоже ничего выглядит. Вот это шершово, фаршировано. Да не, я просто снимаю. Что-то неинтересно. Что, еда неинтересна? А вы там на улице не смотрели? Ага. Там намного вкуснее, мы всегда там выбираем. Ладно. Пробежитесь там намного интереснее. Да? Да-да. Не, ну что-то Ну, рис, да. Не, ну они там приготавливают это, свежая кухня. Там отойдитесь. Так. Здесь что? Ну, тут тоже салатик. Опять же салатик. Соусы их. Немножко сладости. И все. Это что у нас? Ам-али. Или что такое? Типа как запеканки, что ли? Ну, ладно, я ее пробовать не буду. Как я уже женщине посоветовал, на улице что-нибудь себе выберу. Здесь вот вкусный десерт делают. Правда, он еще не готов, но пальчики оближешь. Мы с женой. Вот такое тесто, они туда добавляют всякие вот такие вот сладости. Потом засовывают его в ту печку. И по идее, потом здесь лежат такие нарезанные ломтики. Вкусно-вкусно. Мы с женой каждый день, каждый вечер их кушаем. Ну вот, это там я не буду ходить, там у нас напитки неинтересно. Пойдемте на террасу, я пробегусь, посмотрим, что там у нас есть вкусного, кроме арбуза. Арбуз мы сегодня с женой покушаем обязательно. Отлично. Шашлык мне нравится, это я точно попробую. Чем он?
Мне кажется, говядины шашлык. Ну-ка я приближу. Вот это вот вкусно тоже. Чувак надевает. Это получается фарш. И потом они его жарят. И получается вот такое вот мясо жареное. Так, побежали дальше. У нас здесь гороховое рагу. Паста в духовке. Тоже ничего будет. Это что? Фаршированная перепела. Вау! Вот их надо попробовать. Смотрите, какие они вкусняшки. Такие масенькие. Ё-моё, там есть что кушать, нет? Ребята, по приколу. Так, что у нас здесь? Рагу из шпината. Так, здесь чувак делает салатики. У вас на глазах. Здесь что у нас? Гора риса. Белый рис. Ну, рис нам не интересен. Так, что здесь у нас интересно? Жареная говядина. И соус, и соус, конечно. Вот. Здесь очередь. Тут, наверное, что-то интересное. Мы сейчас очередь отбежим и посмотрим. Так, жарят рыбу. О-о-о-о-о. Жарят рыбу. Маринованная рыба. Так, ну пойдем. А здесь у нас тоже рыба, да? Здесь у нас тоже рыба. Ну, это та же самая рыба, которую они жарят, такое дело. Ну, здесь еще вкусно. Вот здесь еще свежая рыба лежит. Вот. Это, наверное, рыбу они тоже сегодня всю жарить будут. Уже вся свежая. Так, здесь что он делает? А, здесь он жарит макароны. И вы можете сами выбирать, что вы хотите в своих макаронах. Интересно. О, молодец. Вот, также вы можете здесь. Также вы можете выбрать здесь макароны, какие вы хотите. И опять мы возле арбуза. Вот и все. Ну все, ребята. По идее, пробежался, вам показал наши рестораны, где мы кушаем вечером. Свой вывод можете сделать сами, или кухня здесь хорошая, или нет. Но главное, чтобы у вас был крепкий желудок, как я уже говорил. Так как у нас желудок не крепкий, и мы заболели были. Ну ничего. Я думаю, все время, откуда музыка идет? Вот откуда музыка идет. Ладно, ребята, я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам не было скучно со мной гулять. Ну и может у кого-то разыгрался аппетит. Так что давайте, включайте компьютер, телевизор или телефон, дуйте на кухню, делайте себе бутерброд. И приятного аппетита. Привет из Египта.